Салют! Японцев Technics мы знаем как производителя проигрывателей винила, ресиверов, усилителей, акустики. Также они популярны своими диджейскими наушниками. Недавно Technics навели шороха и ворвались в сегмент ТВС наушников. Они презентовали сразу две модели ТВС-ок – AZ-40 и AZ-60. Визуально они очень похожи, но есть значительное отличие. Сороковки компактные, 60-ки чутко больше. Предлагаю пройтись по каждой из моделей и найти отличия. Итак, беспроводные наушники Technics получили строгий универсальный дизайн. В AZ-40 за звук отвечают 6-мм динамические драйверы. В AZ-60 драйверы уже 8 мм. Преподносят чистый детальный звук с широким частотным диапазоном, с глубиной, с довольно широкой стереосценой и приятными басами. Если начать прослушивание с 40-ок, то звучание полностью устраивает. Но стоит послушать 60-ки, звучание, как по мне, более выразительное и на уровень выше. Диаметр мембраны большего размера имеет значение. В целом, это абсолютно другие наушники. Одно из главных достоинств Technics AZ-60 – это система подавления шумов. В приложении регулируется уровень шумодава по 100-бальной шкале. Также в приложении доступны настройки режима фоновых звуков – прозрачный, с возможностью регулировки уровня и режим внимания. В режиме шумоподавления можно полностью абстрагироваться от окружающего мира и сконцентрироваться на любимой музыке. В режиме фоновых звуков микрофоны наоборот ловят и передают окружающие звуки, при этом не подавляя музыку в наушниках. Режим пригодится в аэропорту или в городском транспорте, чтобы не пропустить свою остановку или свой рейс. У Technics AZ-40 активного подавления шумов нет. В приложении поддерживается управление фоновыми звуками. Фоновые звуки можно выключить вообще, либо выбрать один из двух вариантов – прозрачный или режим внимания. Встроенная гарнитура работает на основе технологии Just My Voice – 6 микрофонов в AZ-40 и 8 микрофонов в AZ-60. Микрофоны при звонках четко выделяют и передают ваш голос. Система усиливает речь и минимизирует окружающий шум. Тестируем встроенную гарнитуру ТВС наушников Technics AZ-60 в повседневной атмосфере. Тестируем встроенную гарнитуру ТВС наушников Technics AZ-40 в повседневной атмосфере. Получать удовольствие от любимой музыки можно только в удобных наушниках. ТВС-ки Technics – это одни из самых удобных наушников, которые я тестировал за последний год. Подобрать индивидуально комфортную посадку помогает набор амбушюр 4 размеров. У 60-ок продвинутый набор силиконовых амбушюр 7 разных размеров. С такой комплектацией не подобрать свой размер и посадку просто нереально. Наушникам обеспечена влагозащита по стандарту IPX4. В них смело можно заниматься спортом или просто слушать музыку при любой погоде. Новое приложение Technics Audio Connect добавляет в прослушивание ряд дополнительных и, главное, полезных фишек. Доступны предустановки пресетов звучания. Для любителей низких частот, четкость звучания голосов людей, высокие частоты, всегда можно под себя настроить звучание, покрутив фейдеры эквалайзера. В приложении есть поиск наушников. Они будут издавать звуки, и вы их обязательно услышите, если они находятся где-то рядом. Если не помните, где видели их последний раз, их можно найти по геолокации на карте. Помимо звучания, автономность аккумулятора – один из важных критериев при выборе наушников. Сороковки работают до 7,5 часов без подзарядки, еще до 25 часов хранится в зарядном кейсе. Наушники Technics AZ-60 с активным подавлением шумов до 7 часов и до 24 часов заряда в кейсе. Кстати, кейс компактный и легко помещается даже в кармане джинсов. Наушники комплектуются зарядным кабелем USB Type-C. Радует, что наушники поддерживают мультипоинт, то есть одновременное подключение к двум устройствам, например, к смартфону и ноутбуку. Просто достаете наушники из кейса, и они подключаются автоматически. Написать свое экспертное мнение по поводу новых моделей наушников Technics вы всегда можете в комментариях под этим видео, а послушать их перед покупкой вы можете в салонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.